это не первый выход на лед юных фигуристов. Для одних эти соревнования как разминка, для других – шанс показать себя. Все спортсмены основательно готовились к этому дальневосточному турниру. Именно он станет итоговым показателем профессионализма. Я чуть-чуть волнуюсь, это должно всегда быть чуть волнение, но я настроена, что я пытаюсь хорошо. С целью выхожу, чтобы показать, что я умею. Настроение просто прекрасное, уверенное. Сначала страшно. Потом, когда выходишь на лед, уже страх пропадает, и ты катаешься, и уже все проходит. Розыгрыш кубка спортивного комплекса «Полюс» по фигурному катанию стартовал. В этом году в дальневосточном турнире принимают участие более 130 спортсменов, от начинающих до кандидатов в мастера спорта. Я езжу очень много, я езжу со своими детьми на соревнования зоны Сибири и Дальнего Востока, и на Россию у меня дети попадают. Ну, скажу, что уровень с каждым годом во Владивостоке, в Уссурийске очень растет с каждым годом. Оценивают спортсменов судьи из Москвы. Это опытная судейская бригада, которая не первый год приезжает на турниры во Владивосток. Прибавили как раз в артистической стороне, в исполнении, в представлении программы, в хореографии, в интерпретации. Вот. Такого явного прогресса в технике я бы не отметил, и отметил бы именно в артистической стороне. Награды соревнований будут разыграны в 14 номинациях. Сильнейшие фигуристы получат грамоты, дипломы, ценные призы и кубки. Инна Гончарова, Михаил Павлов, «Панорама».